Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Лишачиха наш, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нет у нас столько. Может, скинете чуточку? Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Ой, нелегко. Хлопот ищешь? Они сами тебя... Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела. Как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. А что тут его подвести? Здесь шла женщина босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом и перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила неглубокая, он спешил. Тоже девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Это не труп, отец.
далеко сейчас. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги, откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Вы не хозяйки, что в чаще... Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту.
ведь... Приветствую. Вы по какому поводу? Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Ой, нелегко.